Лёшина подруга. Всем привет! И на сей раз мы решили записать введение к новому выпуску нашего блога. Поскольку особо времени у нас заниматься им не было, все было забито в съемках, поэтому будет просто набор со съемок, где вы можете увидеть всякую хрень. Правильно? Правильно, Алексей. Все, блядь. Все очень правильно. Все как обычно. Все как обычно, да. Поэтому приятного просмотра всем. Потом видим неадекватная модель. На лоботоне. Почему у нас тоже таких кубков нет? Давай купим себе и поставим. Заслуженно. И напишем, да, такую какую-нибудь табличку, что типа за первое место, там, таком-то. Ну, придумаем конкурс какие-нибудь. А то как-то странно, статьи все про нас такие. Лучшим фотоип. И демонстративно друг другу вручим. Да. Позовем друзей, церемонию сделаем. Отлично. Шикарно. Эти ляхи ужас. Классно. Правда классно, Мартин? Шикарно, мне очень нравится. У него там уже полная обработка. Ну, на самом деле, тут даже... Алёш. Всем привет. Получили бэджики, купили еды, Лёша ест. Вот и все. Вкусно? Охуенчик. А без матов вкусно? Вкусно. Да, сегодня мы идем за Unicorn. Уже сходили туда. Да. В очереди. Как на концерт Нагана. Чуть меньше. Раз 50. Ну почти. Поэтому сейчас поедим и пойдем уже вовнутрь. Снимать. Два дня будет происходить все это мероприятие. Сами не знаем особо, что там будет. Но вы увидите. Итак, мы заходим в Rai Cosplay и CSGO. Так, секундочку. Народ только начинает подтягиваться, поэтому еще довольно-таки пустой зал, как видите. Но еще будет второй этаж, на втором этаже будет большая сцена, и там будет, как я понимаю, конкурс костюмов. Там будет босяк, сцена, Басанова, да. Нагана. А зато еще мы еще, наверное, скорее всего, успеем поиграть в какой-нибудь Xbox или что-нибудь такое. Надо промо-карты забрать. Да. Короче, поиграем, что-то порубимся, вспомним. Что такое консоли? Жалко, Сеги не будет. Я тоже вспомню, что такое консоль. Это всего, вот видишь его? Видите вот это? Это сегодня Мартин будет в студии вечером так снимать после вина. Люблю я фотографов тоже снимать. Они такие веселые, забавные. Как маленькие покемоны. А вот это уже покемон с большим левелом. Видели, какое у него орудие? Ты узнал наши гардеробы? Маленькие покемоны-наркоманы. Так, Алексей у нас первый испытатель ВР. Полетит на Луну. Я. А, Спарс на Луну.
У меня там, короче, этот, как его, обвал такой, пропасть. Леша, уже сам с собой говорит. Какие-то летучие мыши летят. Нет такого, чтобы реально тебе ты падать хотел. Все равно к этому ощущению привыкаешь. Ты на крышу дома залезь. Нет, когда резкие перебои, как бы резко вниз, резко наверх, вот тогда, да, есть это ощущение, что у тебя под ногами земля теряется. А если все так постоянно идет, это быстро, да, ты проезжаешь, то мозг все равно обрабатывает информацию, и координация если появляется. Да, попробовал первый раз этот VR, Samsung, виртуальную реальность, катался на каких-то там, короче, горках. Да, на горку катался, но все равно как бы привыкаешь, если как бы постоянно пару раз так попробовать, мозг уже привыкает к этому стрессу и как бы уже есть, появляется координация. До этого координации вообще не было. То есть, когда резко вниз падаешь, да, тогда у тебя немного есть это ощущение, как будто это реально, а так как бы обычно. Мне кажется, он там бесплатно в энергетике перепел. Как ты думаешь? Кажется, он что-то наркотик. Пойдем наверх. Будет ролевые игры у нас. Да, сейчас пойдем посмотрим, что у нас там наверху находится. На втором этаже. Тут должна быть большая сцена какая-то. Ну, и посмотрим, что там у нас по программке будет происходить. Школьниками воняет. Сука. Сел. О, привет, люди. Мы едем сейчас наверх. Вроде как. У меня здесь тёлки с левой стороны висят. Лёха решил на второй уровень перейти с виртуальной реальности. Уже заплатил деньги здесь даже. Ты знаешь, как это, как реальная съемка, не как компьютерная реальность. Типа. А вот сейчас... Держись! Да. Это реально что-то. Подожди, стой. У меня аж руки все вспотели. Ну и как? Как? Это получше, чем то. То есть, если покупать виртуальную реальность, то лучше с такой... Попробуй, не пожалеешь. Да, да. Реальность стрёмная. Вот и ужасно. Он меня довел до слез. Леша на лицо после моего. Да. Не, штука классная. Надо брать. Надо брать. Надо брать. Вот просто ехали.
поверите. Нас придурок останавливал на пятом этаже, и мы ехали вниз. Фу, простите. Привет. Она деревянная, экологически чистая. Сейчас мы можем насладиться этим моментом и посмотреть все фотографии. Итак, наш рот, кстати, начинается. По времени у нас 7:52. Сегодня мы снимаем свадьбу. Начинаем с 8:45 и до часу ночи. Сегодня у нас Евгений попался. Наконец-то. Все выспались, подготовились. Я 4 часа поспал. Бодрячком. Не, ну так-то неплохо. Неплохо. Просто можно было поспать подальше. Да. Ребятушки, у нас свадьба. Итак, мы добрались до моря. До моря, моря, моря. Море. Подождите! Ура! Ну, дубль два! За вас! Ура! Опа, немного приуныли после вчерашнего. Зато вот им хорошо. Им очень хорошо. Что нам надо сегодня сделать? Рассказывайте. Снять поздравление ее сестре. Сестре. На 5 лет. Также знай, сестра, подписывайся на фото If Life, и ты увидишь, как снимали тебе поздравления. Рассказывай, какие идеи креативные на сей раз у тебя в голове? То есть одна стоит около дерева, а каждое дерево, а вторая сверху скидывает таблицу, чтобы долго не ходить и сразу поймала. Короче, просто фейспал. Наш креатив просто ждет. Смотри, бассейнчик есть. Чистильщик. Почем си... Блядь.
Почем чистишь? 5 евро. За объектив? Смотрите, как он это делает. Будем снимать полный живой комплекс сегодня. Сейчас посмотрим лодки. Какую-то из них тоже отдельно будем снимать. Вот у нас утка. Засняли зал. Лёша побегал. Да, я побегал. А я пофоткал. А он пофоткал. Идем дальше. Марс, что ты приумел? Фото-йога. Леха у нас залез в кусты. Леш, как тебе в кустах? Скажи. Великолепно. Нравится снимать в кустах? Кустарное существо. Ползучее кустарное существо. Только что мы видели его подругу. Теперь мы видим самого Леху. Он также любит по кустам, по травке побегать. Правильно, Леша? По кустам. Самое главное по кустам. Самое основное. Ну а мы, в принципе, закончили. Последние кадры делаем. И все. Что мы дальше? Дальше мы едем в Баложи фотографировать машину. Класс. Шикарный день. Опа. Всем привет! И вы смотрите Фотоэйф Лайв. Здорово. Ты здоровый? Да. Всем привет! И на сей раз... Привет! Ты можешь просто рукой хотя бы, типа, поздороваться? Давай!